Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». И прямо сейчас я расскажу о самых интересных культурных событиях, которые ждут нас на этих выходных. В субботу, 24 декабря, в музее Эльдара Рязанова пройдет лекция о том, как праздновали Рождество в дореволюционной Самаре. Тогда это еще была европейская традиция со своими правилами и обычаями. На лекции вы узнаете, где тогда покупали рождественские подарки, какие рестораны посещали и где проходили праздничные гуляния. Начало в 17:30, требуется предварительная запись. 25 декабря музей Модерна отмечает свое десятилетие. По этому поводу для посетителей приготовили праздничную программу. В этот вечер у посетителей будет возможность заглянуть за кулисы музея. В 18:00 пройдет концерт джазовой группы, в 18:20 – презентация каталога, в 18:40 – пресс-конференция с сотрудниками музея, в 20:00 – презентация однодневной выставки и экскурсия от смотрителей, в 20:40 – интеллектуальная игра «Модернина». Вход свободный. А может быть, вы всегда мечтали перенестись в 19 век, надеть роскошный наряд и повальсировать на веселом балу? Эта мечта может исполниться уже в это воскресенье. Рождественские забавы – бал, на котором можно будет не только станцевать классические танцы. В этот день состоится мастер-класс по созданию зимних украшений. Прозвучат рождественские песни и романсы, которые вживую исполнят профессиональные вокалистки под аккомпанемент живого оркестра. Также для гостей проведут викторины и игры-забавы. В дресс-коде приветствуются элементы бальных нарядов 19 века. 25 декабря, 16:00, проспект Ленина, 14А. Ждут всех желающих, независимо от возраста. Вход свободный. В театре «Самарская площадь» в воскресенье показывают постановку «Долгий рождественский обед» по пьесе американского писателя Торнтона Уайлдера. Герои пьесы – члены семьи, которые каждое Рождество собираются вместе. В течение этой пьесы пройдет 90 лет, и в ускоренном темпе перед нами предстанут 90 рождественских обедов семейства Боярд. Пьеса о вечных проблемах течения жизни, рассказанных простым языком на повседневных примерах, которые, однако, обретают символический смысл. 25 декабря, 18:00. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.